Начало грандиозной стройки на собачьем поселке. Первый этап – строительство колодца. Копатель Михаил Михайлов. Яма глубиной больше 2 метров. Вот почва глинистая, жирная. Вот еще один сотрудник. Нештатный. Нештатный. Что там такое? Клад, ёпти! Нихуя себе. Ура, бля! Привет из прошлого. Наверное, древний это самое. Посмотри, там есть что на ней нарисовано? Нет, надо пользоваться специальными средствами. Может, она золотая? Может, давайте распилим. Давайте. Пилите, Шур, пилите. Они золотые. Они золотые. Гиря на собачьем поселке найдена. Протоколируем, нахуй, блин. Сейчас вызываем статистов, нахуй. Статисты! Статисты! Протоколируем находку, нахуй, блин. Если она золотая, придется государству сдавать, нахуй. Нашедшему 25% только, нахуй. Пройтись, блядь. Ну, по краю. Сколько там заберут? 2,30? Ну, 2,29 было. А, 2,30-то, короче. Уже на 5 сантиметров. После гантели больше ничего не попадалось. Этот подарок нам оставили древние жители собачьего поселка. Ничего, Толь, больше нету? Толя! Пока еще не докопался. Не докопался? Ну ладно. Вот поставили кольца. Вот они стоят. Такая яма. Приезжал манипулятор, сгрузил. Все стоит на месте.